всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, подписчики, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мост, я просили, чтобы я выполнял роль аниматроника. Сегодня буду издеваться над подписчиками. Если бьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Вот, мне этот нравится очень робот, он такой крутой. Я уже на жопе скользю. Так, пошел. Куда пошел? Я не могу ставать невидимым, блин. Я хотел как-то на нычку подкраться. Короче, ребята, я вас далеко не буду мочить, только когда подхожу. А, это пилпак сразу четверых убьет. А, ну, в принципе, это ПРП. Давайте попробуем. Блин, не успел, не успел. Так быстро двери закрыли? Давайте, пацаны, я сейчас просто пробно сделаю. Смогу вас через стену убить? Опа, да, смог. Это очень жесткий. Вот это он мочит вообще сильно. Хорошо, давайте возьмем. А кого возьмем? Новые пилпаки, блин, подходят, но не очень. Через стены нечестно убивать. Так, стойте, стойте, стойте. Пацаны, берите какое-то оружие, будете меня отпугивать. Потому что я буду брать аниматроника, у которого мало жизни. Сможете, не сможете убить. Так, я смогу тп-хаться зато. А чё я не в тп-хаюсь? Привет. Ай, чё я застрял? А, пацана не успели выпустить. Я их мочу через калитку. Там было зазорено, я видел. Блин, не успел его убить, дай... Ай-яй-яй-яй-яй, я застрял. Так, пацаны, стойте, стойте. Это баг игры, так бывает. Все нечестно. Кстати, эту пиццерию мы ни разу не играли, я вам сейчас ее покажу. Она очень прикольная. Это какая-то доделанная ремейк, что ли. Ну, тут должна быть еще... подвала, где свет включать. Его нету. Сейчас, пацаны, я к вам приду, можете пока ловушек наставить. Я буду вас сейчас наказывать. Это только начало. Так, я слышу, они уже все что-то выдают. Так, туалеты, как обычно, открываются вовнутрь. Все по правилам. Вода включается? Нет. Прикольная пиццерия, мне нравится. Так, я вижу, они там суетятся. Давайте не будем много болтать. Сейчас возьмем какого-то... О, крячка. Тысячу лет не играл за нее. Во. Надеюсь, будет ПРП. Потихонечку подойдем. А, я вижу, они уже поставили здесь какой-то прям целый щит. Так, стоп, 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 стоп. А я знаю, можно через нее тпхнуться. Я что, не тпхаюсь? Вот говно. Так, сейчас буду, пацаны и девчонки, с разбега убежать. Раз, два, три. Ой, ее вообще чуть-чуть сняло. Очень мало. О, у нас есть снова вилдпак, а можно взять анимацию прикольно сделать. Сейчас вам покажу. Смотрите. Вставай. Так, лампочку аж колбасит. Не, не берет, не берет. А как об стенку упираться сейчас? Может, надо этот режим этот включить? Во! Пацаны, я заглядываю в окно. Не берет, не берет. Очень слабое оружие у вас. Эй, ты чё? Смогу, не смогу догнать? А вы что думали? Ладно, ладно, я ухожу. Я сегодня какой-то очень злобный. Так, давайте еще кого-нибудь прикольного посмотрим. Я же знаю, что эти... Вот этот пилпак, кстати, не на расстоянии валит. Так, вставай. Прикольные звуки сделал разработчик. Так, 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 приближаемся. Хорошо, хорошо, ухожу, спалили. Так, сейчас мы их обманем. Обманный маневр. О, с этих злобных вообще можно взять. Прикольно. Чё он медленно ходит так? Во, другой режим. Во-во-во. Во, вот этот звук. Всех троих. Все-все-все, я побежал. Просто дверь не успели, пацаны, вроде бы закрыть. Так. Во, как давно я не играл. Вообще никогда, наверное. А чё у меня нету... роликов? Или есть колесики-то такие? Непонятно. Здорово, пацаны, как у вас дела?
Все, я пошел. Так, музычка заиграла. 2 часа ночи. Вот так вот. Можно всегда обмануть охранников. Ну, не всех убил, кстати, 2 только. Так, давайте еще кого-нибудь возьмем. С Майнкрафта овцу. А что не берется? Ну ладно, ладно, не хочешь. Давайте вы... О, вот этого громадного, мне так нравится. Давайте не этого, а волчару. Я иду на четвереньках, как настоящий волк. Ого. Нифига себе, тут стекла у вас разлетелись. Пацаны, я пролажу к вам туда или нет? Сыкотно, да? А, я не могу через стекло вот так прям убить? Хорошо. Я пошел на ту сторону. Сейчас обойду. Иду, иду, иду. Я вас обманул, пацаны, я никуда не ходил. Я здесь рядышком был. А вы сразу дверь открываете. Нет, у меня очень много жизни. Даже как-то неинтересно, вы меня так никогда не убьете. О, Фредди деревяшка. Деревяшкин сын идет. Так, я могу ставать невидимым, это классно. Хорошо, я иду. Ого! Вы что тут пиццерию решили разломать всю? Есть. Нифига, это что, моя кровь что ли уже? Они мне кровь пустили. О, Фредди. А тут что, есть... Тут получается сценарий есть что ли на этой карте? Прикольно. Пацаны, сейчас вам придет самый добрый аниматроник на этой планете. О, да вы РПГ, вы что, такие вообще психи, что ли? Не-не-не-не-не. А что они там суетятся? Ай! Ай-яй-яй, а как ты меня видишь? Горе охранники друг друга мочат. Ладно, увидели. У меня 10 тысяч жизни. Вы мне ничего сделать даже не можете. Ваша оружка меня не берет. О, не, вот это, кстати, гранаты я вообще не люблю. А что будет, если я буду на мины? Я их могу хавать. Что-то они не хаваются. Так. Во, давно. Сколько лет, сколько зим я ее не брал. Блин, она такая классная, она такая быстрая, даже без шифта. А чё ж вы друг друга мочите-то, пацаны? Опять бросишь и будете умирать тут. А я понаблюдаю, как вы это делаете. Давай, давай, бросай еще на спаун. Ладно, ладно, я пошел. Так, оружие берут. Ого! А зачем такой большой миниган тебе? Бум, вот это они по мне стреляют, не попадают. Я так не знал, что он это сделает. Самый умный охранник, охранник года. Красава. Не, не могут они меня убить никак. Ого! Ты умеешь этой штукой пользоваться? Он меня хочет зарезать. Кто следующий? Мне только реально только надо, наверное, ядерку взрывать, так вы меня не убьете. Слабые, слабые пацаны вообще. Так, так, так. Ядерка бежит в туалет, в туалете можно запрятаться от взрыва. Давай, давай, я живой. Взрыв не распространяется так далеко по всей карте. Не, ну тратится, не спорю, ну не сильно, жить можно. А ну выпи... Ух ты, как тут все взорвано. Бум, ого. Все, все, ладно, убили, убили. Больше труб колбасится в угле. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Серега, Angry Panda. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, вам очень нравится рубрика «Аниматроники пугают охранника». Так что сегодня мы будем пилить трендовый ролик. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Так что, ребята, ставьте много лайков. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать.
Димон, а ты эту музыку классную слышишь? Ну да. Такая атмосферная, мне нравится. Ну, мне кажется, на записи она ее не будет слышать, люди, наверное, не будут ее слышать. Печально, да? Конечно. Посмотрим. Так, давай дальше спускаемся. Классный дом, ты хотел бы тут жить? Так, это мы выйти не сможем, пока не пройдем всю ночь. Да-да-да, ребят. Это такой челлендж, ребята. Прожить в ночь FNAF 4. Да-да-да. Так. Так, вот. Тут все есть у нас, вот, кухня. Кстати, вот самое, Дима, зловещее место, это вот эта вот кухня. Так, видишь, это она такая стрёмная, да? И я здесь поставил камеру, поэтому, Дима, понял? Вот. Я здесь поставил камеру, потому что это самое злое такое место, очень самое такое страшное. Там кто-то сидит. Чуваки, да, уходите. И чувихи. Пошли, Дима, наверх. Все, пойдем. Так, ну что, начинается самое интересное. Так, начинается ночка. Ребята, если вам нравится рубрика «Аниматроники бывают охранника», ставьте лайк, и ролик выйдет завтра. Завтра. А если не поставите, то выйдет послезавтра. Классно сказал. А, Димон, мы же не показали, что у нас куча камер, поклацай. А, да-да-да, давай, кстати. Так, вот видишь, все там фигачу. Так, смотри, это левая сторона, это правая. Опа, мужик, стой, мы еще не обустроились. Обиделся, ну ладно, дальше. Ну-ну. Так, третья камера, четвертая. О, вот они тусуются, у них тут дискотека. Пятая. Четвертая, пятая. Ага. Нифига себе ты камеру наставил. А, забыл расфризить, прикинь. О, все, Дима. А как тогда ее регулировать? Может, стоп какой-то, стопор поставь? А вот доски есть, Димон, ставь стопор. Это какая-то жесткая дверь вообще у нас получилась. Как всегда, веселимся. Вот давай вот здесь вот стопор. Так, смотри, Дима, сработает? Может, стопор надо поставить ниже? А ну, Дима, знаешь, как вот так типа его поставить? Стой. А. Вот так, давай. О, норм. О, нормально? Да, нормально. Да, можно. О, можно. Так, одну дверь запилили. Да ладно, что за читерская дверь? Ладно, давай вот так вот сделаем, вот эта штука. Не зря же я такую штуку брал. Ну, а ну-ка. Вот это мы подвинем, вот так вот, смотри. А нет, пролази чуть-чуть сейчас, вот так. О, а ну да, я смогу, смогу я пройти? О, Димон, я знаю, как надо сделать, стой, стой. Мы тогда сможем на корточках проходить, а ну давай. Так, нет, мы и так можем пройти. Во, смотри. О, отлично. Ого, крепкие будут ништяк, резинки. Да? Давай проверим, как дверь работает. Что-то резинки длинные. Не-не-не, Димас, так это... Какое-то тухлое получилось. О, Балунбой, привет! А что, там уже кто-то к нам зашел? Да, мужик там сидит. Работает? Все, Димас. Готовы? Все, все готовы. Так, это мусор такой. Эта доска можно будет по голове кому-то дать. Да, это... Так, Димон, клацай камеры, смотрим. Так, да, смотрим, где кто находится. Так, так. Кого? Кого? О! Чика-чика. Они могут камеры ломать или нет? Смотри, аниматроник. Побежал. Побежал. А, нет, стоит. Они, короче, тусуются. Друзья встретились. Что-то прыгают там, веселятся. Так, так подожди, это они на нашем этаже уже, что ли? Да, они уже на втором, Димас. Так, давай тогда приоткрой нам дверцы. Давай, открывай. Чтобы проветриваться, да, чтобы было все. О, а я позаглядываю. Я твои двери боюсь, они какие-то двери убийцы. Все нормально, да? Да. Так, быстренько хоп, нажимаю, и сразу две двери закрываются. Понял? Опа, кто-то шипит, так, а ну-ка. Все нормально. Так, Димас, смотрим по камерам, где-то уже кто-то ходит. Диман, закрой вот эту дверь. Вот эту? Да-да-да, закрой. Ого, что? Что такое? Я кто-то сломал, что ли? Не знаю, я раз такое вижу. Я на камере смотрю. Хоть поржом. А че это? А, вот, все нормально. Все, заработало, ждем, ждем, ждем. Ушел. Ушел, да? Пришел. Фокси бегает там. Так, а это у нас сторона рабочая.
На, калитка. Сработало. Спаслись мы от аниматроников. Так, эту дверь открываем. Такая красивая. Заглядывает. Что надо у меня дома? Двери запилил. Марионетка! Да ладно! Димас, а вот эта штука так спасет нас от аниматора? Вот такая вот калитка, смотри. Ну это знаешь, это... Это не калитка даже. Это какая-то стрёмная. Бабушки в деревне. Мне кажется, лучше будет. Как у бомжей каких-то. Так, давай по камеру посмотрим, где они там ходят-то. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Все, никого, их нету вообще нигде. Пошли обход сделаем по дому. Да блин, а если... Или сыкаешь. Давай тогда откроем эту дверь. Какую? Давай, дверь? Открывай. Вот эту. Давай, заходи. Так, ладно, идем. Идем проверим, что тут у нас. Ты успеешь закрыть бы? Ну-ну-ну-ну-ну! Димас, беги! Видишь, как он голову снял или что он сделал? Не знаю. А ну включи там просто... камеру. Можно посмотреть? Так, а я не знаю, туда ведет камера? Нет, вроде не ведет. А, вот он! Вижу! Смотри. Это Бонни. Только он разрушенный прям совсем. А ну, Диман, открой дверь, я к нему упаду. Видно, будет мой фонарик там или так, нет? Так, давай вот эту дверь открываю. Я ее боюсь. Видимо, что-то с ней... В другую сторону надо. Во. А, во, точно. Это вот прикрываем. Диман, смотри. А, смотрю. Блин, смотрите. Блин, он нас видит? А мой фонарик видно? Да, да, видно его. Может, не пульнем? Димас, беги! Твоя дверь не открывается, открывается! Это жесть. Я просто надо все время клавишу нажимать, я не успеваю. Димас, ты что, в домике? Да. А мне как туда? А туда только на Е можно пролететь. Ой, на В. О, смотри, можно Димас одну дверцу приоткрыть, смотри. Во, эпик. Ништяк. Опа, опа. Слышишь, кто-то там чикает, чирикает. Так, ага. Откроем дверь, проверим. Мужики! Успели. Ух, музыка классная. Дима, хотел бы в реальной жизни в таком доме ночью оказаться? Да ну нафиг с такими калитками, Димас, ты чё? С такими калитками в таком доме, не... Ребята, напишите в комментариях, какую нам следующую карту снять. Давайте приоткроем эту дверьку. Так, какую еще? Вот эту, да, приоткроем? Или это закрыл? Так, я иду прогуляюсь, Димон. Димас, хорошо, что я закрыл, там Фредди был. Смотри. Ну, мужик, ты чего? Это резинки от трусов, они очень крепкие, их никто не может поломать. О, Димон, а ну я могу дверь сам открывать, а ну стой. О! Ты их выталкиваешь, понял? Вот так вот делаешь. Вот, так я могу... Я могу сам заходить и... Там лифт идет. Димас, тебя подтолкнул. Вот включи камеру, он там ходит. Где? Чё, по коридору, чё, вот. Нету? Не, в другой камере там был, я видел, вот он. Во. А я иду, кручусь и стою. А чё, он заглючило его, ну, что ли? Ну, стой там, иди сюда. А какой Windows у аниматроника? XP. Интересно. XP, да. Не, у них Android. Так. О, смотри, этот чувак переместился сюда. Опа, башкой махает. Так, кто-то пердит, Дима, слышишь? Да прям вот такой звук, как будто дед рычит какой-то. Пердит, кто-то в туалете сидит. У меня такой звук, когда в животе есть хочу. Во-во-во, плюш-трап, иди отсюда. Не во сне, не, аккуратней. А он ничего не сделает. Дима, твой ускоритель какой-то убийственный. Смотри, Дима, он сейчас камеру сожрет. О, блин. Это звук. Мужик, ты зубастый очень. Да, зубы у тебя, конечно, веселые. Мас, я выйду, пройдусь. Вообще не видно ничего. Вон он, Димас, иди сюда. Я иду. Два на корточках, может, нас не увидит? Два на корточках подползем. Давай. Да что такое, не пускают нас, блин. Смотри, выглядывает. А может, его дверью пофигачит? Уходи. У нас дверь опасная. Смотрите, вас, я его дверью откинул, кстати, видел? Да, лупи его. Уходи, мужик, мы заняты. А, сейчас дверь сломает. Да ладно! Диман, беги!
Блин, у него скример крутецкий. Ого. Кто? Бей-бей-бей его фонарем, да? А можно его ногой пнуть вот так, смотри, с разбегу? Ого! Дима, смотри, как он отлетает от удара, смотри. Смотри. Давай ногой-ногой его бей, Дима. Ах ты ла! Ай-яй-яй-яй-яй! Дима, но не любит, когда его башмаками по голове бьют. Что-то, видно, не понравилось ему. Я завидел прямо эту дверь. Оо. Легче, легче. Так вон она сзади. Ну да. Она рядом. Здрасте, мы вас не пустим. Дима, надо быстрее тут дверь закрывать. Тут этот спрингтрап. Они нападают на нас. Лежит, смотрит, смотри. Да. А что надо? У меня дома. А это ломает калитку. Грызет зубами. Побьем ее этой штукой. Да она большая, не влезет. Уходи. Я эту штуку бью. Она отлетает. Чё же, не такая крутая, аля? А, Димас, у нас дверь забагалась. Чё с ней? Димас, чё с дверью? Она не пролазит. Жирная корова? Она сейчас тебя сожрёт. Не-не-не-не. Она не может. О, смотри, кто к нам. Да как ты пролез-то? Как? Свети, 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 свети. А он уже карлик, он же может проходить. Так он пролез там в щелочку, как мышка. Сейчас нашли. Ой, Димон, доски отломались. Уходи отсюда, вонючка. Ай. А, Димон, за мной гоняется плюштрап. Отвали, говно. Димас, заходи. Заходи, быстрей, закрывай. Закрыл, закрыл, закрыл. Димон, тут на двери насрал уже. Не знаю. Ого, обосрали калитку нам. Не, смотри, какой этот чел тут здоровый. Блин, да что вас так много, вы наплодились? Луду! Убийца вышел. Димон, извини, я думал, ты аниматроник. Или какая у тебя реакция, Димас, какая? Аниматроник. Давай, Димон, проходи, проходи. Димас, можешь... Все, двери разламываем. Я разломал двери. Да блин, я не хотел тебя, Димон, убить. Вать. Выходим. Ого, там стекла лопаются, ну нафиг! Беги! Бегу! На! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Серега, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, будем охранять пиццерию, которая называется, Серега, как называется? Паскити Пицца. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет! Всем привет! Во, у нас когда вот мы с Димоном охраняем и нет аниматроников, мы приходим в Слендера играем. В YouTube играем заблокированный. Смотри. Нет, а мы потом залипаем туда. А, чё заблокированный? Вы чё, в Китае, что ли? Ну, скелет тусуется здесь. А я играю в Майнкрафт. Ну, в общем, ребят, когда мы тут не играем, эндоскелет здесь играет в основном в игры. Вот. Смотрите, у вас какой аниматроник здесь, вот, офигенный, смотри. Иду со всей силы. Вот, смотри. О, так это с кейс аниматроник, что ли? Я не знаю, это какой-то вообще индивидуальный. Очень прикольный. Здесь есть кабинка, Димас, типа кухня, а дальше идет комната наблюдения, понял, за аниматрониками. Понял. Ну, точнее, комната оператора, он типа тут всем возглавляет и включает их, выключает, в общем, вот такая. Все серьезно. Да, вот у нас тут... Я думал, там диджей тусуется, музыку пилит. Ну, типа диджея, короче. Так, подарочки, все дела. Гитара крутецкая. Ну, аж переливается. Ну. Так, шарики... Хорошо. О, смотри, какой Фредди, кстати, он фиолетовый, фантомный какой-то, не знаю. Ребята, напишите, крутой. С какой части. Опа. Опа. Краса. Ой, блин, аж что-то дернулся, когда я их боюсь. Как будто он притянул меня. Не, Димас, это тубзик обычно, ничего интересного. Это мадамский, а это джентльменский. А, мадам. Мне кажется, вот этот, Димас, джентльменский, вот. Что-то текстуры. Достать можно. Нормально. Так, это все, Димас, закрыто, тут ничего нету такого. Вентиляция работает? Работает. Не-не-не, она не работает. Так, вот. Что у нас еще тут есть? Ого, смотри, Димас, это гравити пушки. Portal Gun даже здесь есть. Красава, это что, продажа здесь? Ну да. Неплохо. Балунбой стоит. Так, ну здесь столики просто. Да, здесь Привет. Можно, короче, отдохнуть с друзьяшками. Да, если, ребят, заходите... О, Серега, да, я тоже сяду.
А девы куда вы? А пришли? Вот мы тут сидим, кушаем. Может, пойдем уже? Ладно, все, вкусно, Серега, пицца, пошли. Это я вам показываю. Я тут охранник уже закаленный в боях, а вы только стажеры, короче. Я вам тут показываю, что да как. Да мы на этой пиццерии второй или третий раз записываем. Я ее очень плохо знаю. Ну да, смотри, тут вообще... О, эндоскелет, смотри, еще один. О, Бухарик, привет. Ой, чего, смотри, кто тут, смотри. А че голова не... Ну ладно, пусть будет по-вашему. Их чинит просто здесь, понял, Димас? Диман, а че здесь у нас? Чинилка всякая. О, тут можно электричество нам вырубить, смотри. О, не надо. Надо. Ну, будем знать, если что, где можно включить. Ну, вырубай, короче, вырубай. Давай посмотрим, вырубится. А ну, давай. Не, Дима, нельзя вырубить. Это так, для атмосферы, да? Чисто поржать. Так, ну у нас, ребята, кстати, есть тут пончик с монитором и два фонарика. Ого, пончик. Это какое-то пончище. Тут свет. Серьезный. Давай камеры покажем, а? Давай, давай камеры. Так, первая камера это у нас вот главная. О, там бегает Папайрус. Тут мы можем увидеть Фокси, трех аниматроников на сцене и того фиолетового. Вот. Черного, кстати, здесь не видно аниматроник. Блин, надо было камеру немножко подвинуть, но вот так вот. Опа. Привет. Я тебя знаю. Это ты. А, кстати, о, баллон боя вижу, только он пропадает. Так, третья камера, эндоскелет. Есть. Это машина. Так, площадка. Комната отдыха. Вот. Пятое, это у нас вход. То есть самые, Димас, такие места, самые популярные, самые мощные. Получается сколько? 5 камер, да, у нас? Да, 5 камер, Димас. А вот здесь мы не показали. Подземное убежище, если там совсем будет туго у нас наверху, мы сюда спускаемся. Здесь можем, здесь тоже у нас есть монитор, мы можем камеры здесь тоже посмотреть. Здесь можно тоже переключать, и здесь можно прятаться от аниматроников. Все, классно. А можно сюда еще выйти? А нет, нельзя. Нет, там нельзя уже. Слышишь? Да-да-да, песню, шкатулка. Песню какую-то. Это шкатулка заработала. Так, давай, давайте по камерам посмотрим. Ну так, что, ребята, Димон? Если что? Ночь начинается? Да, ночь начинается. Аниматроников мы будем отпугивать с помощью фонариков. А ну показывай. Вот. Смотри, давай, показывать. Вот. Ого! Очень реально лупит, свет. Очень мощно лупит. И сюда. Я же не первый раз здесь выживаю, я тут вот. Ну да, ты уже свой здесь, челик. А ну, Димон, посвети мне в глаза. Ну-ка, давай. Ух ты что, реально луп. Так, на площадке никого. В игровой никого. Ориенточный ни у кого. Балунбой. Там моргнул тебе. Я вижу, Димас, отсюда даже видно. А что это за рука? Там чел какой-то страшный. Так. Диман, если что, включишь фонарик. Хорошо, ты... А, включай! Димас, надо мелькать. Вот так вот, вот так вот. Маску одевай. Не, маска тут не нужна. Понял. Надо. Я все на кучу. Тут надо просто светить на него, а потом через какое-то время уходит. Во, видишь? Ушел. Ушел. А ну камеры попереключай. О, баллон боя видно, кстати, тут. Он моргает глазом, видел? Ага. Я шучу. Да? А я сейчас посмотрел. А вдруг? Димас, ну ты как стажеру, я тебе пончик приготовил, смотри, какой большой. Да я его не съем. Ну я, не, может и съем, он очень вкусный. Пахнет вкусно. Ну розовый, это... Так он больше, чем моя голова. Димас, смотри, лезет к нам в вентиляцию. Включай. А тут надо этот, маску одевать. О, Димас, смотри, чтобы аниматроник увидеть, нужно фонарик Кеннева увидеть. Да-да-да, я вижу. Видишь Тенева? Он даже когда невидимый, фонарик у Тенева. Так, а ну уходи отсюда, паршивец. Уходи. Опять насрать вздумал вентиляцию. Уходи. Кто там масло вечно разливает свое? Так что, Димас, от аниматроников сбоку намного труднее спасаться, чем прямику. Так, я дверь открою, если что, я буду бегать. Идет. Он пошел куда-то. Так, смотрим, где он. Так, все хорошо. А куда он? О, вот он. Вот он. Смотрим, что он будет делать. Он гавкает на нас, смотри, воет. Гавкает. Опа. О, куда пошел? Он камеру нам хочет съесть. Смотри, еще кто-то ходит. Когда скелетом в гости пошел. Поиграть пошел что-то. Блин, а в какую он игру играет? Не видно. Смотри, кусает ее. Да не, он лупится, он новый рекорд ставит.
Димас, а я думал, знаешь что, я, короче, в этот автомат играю, смотрю, у чувака рекорд 9000, а у меня только 1000. Думаю, как его побить, рекорд? Не могу. Фокси, короче, это лупится, я понял. Это Фокси, знаешь, что играет? А что он играет, Майнкрафт, что ли? А не, Майнкрафт справа. Так, он ушел, Димас. Диман, я сейчас побегу и посмотрю, какая там игра была, и скажу тебе. Так. Давай, только смотри сбоку, Димас, он сейчас тебя съест. Ты чекай меня там по камере, сопровождай и говори, где кто. Ну, сбоку. Я тебе говорю. Да. Сложно, Димас, выйти из камеры ночью. Тут вообще не пытайся особо. Димас, он на этот. Ой, пришел. Светим на него. А то он сейчас откусит нам. Мужик, уходи, мы свои. Ушел. Блин, они стрёмные. Ух, Димас, давай иди быстрее чекай, какой там игра. А ну, Димас, скажи, как он стоял? Вот так стоял он? А, да, сейчас, секундочку. А, нет, левее. Вот тут. Я не знаю, что это за игра, тут не написано. New Game, Continue. А. Димас, он к тебе пришел, Димас. Он играл 5 ночей с Фредди. Димас, види. А, блин. Я видел, как он сожрал тебя. Он дальше пошел играть в эту игру. 5 ночей с Фредди игра называется. Да? Да. Серьезно? Да. Вот. Офигеть. Диман, совпадение? Не думаю. А! Ого, кабан. Это что, батя пришел? Он что, он из унитаза вылез. Вот это кабанище, он здоровенный. Он аж этими, он когтями царапает эти автоматы. Что он там делает? Возобновляет его, что ли? Оживил? Не оживил. Поссал на него и ушел. Диман, чекай, чтобы мы не провтыкали так, опять. Так, чекаем, нормально все. Опа, он на камеру, смотри, кривляется. Дурак, что ли? Глаз, видишь его глаз? Это он глаз нам показал свой? Глаз голубой был, да. Серьезный мужик. Он хоть и страшный, но глаза у него красивые. Понял? Так. Слышишь звук? Я стоп-сон прописал, я думал, это музыка началась, а это они делают? Это гул, Димас, такой, аниматроника. Ой, я слышу. Это он голодный, из живота его, понял? Это он ржет, что ли? О, Димас, идет! Ржет. Маску, Димон. Бей. Нет. Давай только аккуратней, Димас, вот он кусается. Димас, ты не боишься? А ты сзади меня был, что ли? А что ты сзади меня бежал? Я смотрел. Так. Блин, жалко, что у нас там камеры нету. Димочек, смотри, я на столе танцую чамбу. Не, я тебя на камере не вижу, это я так вижу просто. Ой-ой-ой-ой-ой. Чё? Он идет сзади меня там. Он был рядом, он быстрый, кстати, я заметил. Он хотел меня мочкануть, но не смог. Он в этот, в игровой комнате находится. Только вот он пожелтел громад немножко, кстати. Ого. О, смотри. А что это за кабан? Это другой кабан. Ого. Идет обход делает, что ли? Ребята, если вы хотите, чтобы на этой пиццерии мы записали еще, ставьте лайкосик. Ну, 2 ставьте. Так, куда он пошел? Поклацай. А он вот тут где-то в углу там. Ну, тут, Димас, надо уже самому идти. Пойдем. Идем, Димас. Я его имя только что вот видел. Ха-ха-ха, он где-то тут. Имя? Да. Димас, а ты где? Я возле нашего стола, я маску одел. Так, тут вроде никого. Никого нету? Давай свет включим, проверим, есть тут кто-то. Нету, Димас, что ты это говоришь? А что тут имя Робби видел? Вот он, я же говорю! Я видел! Маску. Да как его не подсветил, даже мой фонарик его не видел. Маска, это очень хорошо. Маска, это очень хорошечно. Я думаю, не видели здесь двух охранников. А мы их видели, они в туалет пошли какать. Да, они за коричневым пошли. Просто так, после такого... Секретный пароль аниматроников, знаете? Ух! Да, ух. Знаю. Беги! Димас, беги! Не, я тут это остаюсь. Так, Димас. Димас, я вижу его. Все хорошо. Ищет тебя. Да ладно. Где ты заховался? Я не буду тебе пока говорить. Это секретное наше место. Он пошел. Я сейчас, Димон, прорвусь к тебе, смотри. Он на площадку, нет, не площадку. Балумбой пошел. О, нет, это хорошее. Димон, говори, когда он будет, в каком месте, я пробегу быстро.
Так, он в главном зале, Димас, находится. Ко мне идет. Вот, блин. Я его фигачу фонарем. Он уходит. Димон! Я бегу, Димон, к тебе! Есть, Димон, я знал, что мы сможем. Она что, живая, что ли? Ну. Я такого еще не видел аниматроника Башка Бонни. Я угораю, блин. Так. А давай посмотрю, как она ползет. Что она мне сделает? Она же мне ничего не сделает. Она Димон, вот эта башка, иди посмотри. Димас, ну нафиг. А что ты тут ползаешь, башка? Она ногу тебе откусит. Не-не-не. Она же кусается. Нет. Она сейчас тебя прет, Димас. Ай! Ты чё, кусаешься? Она тебя кусает, да. Всё, она пошла куда-то. Уходи. А-а-а! Ты чё тут делаешь? Сюда. Включай фонарик, Димон. Она же на голову запрыгнет тебе, Димас, и всё. Как хэдкраб, что ли? Ну да. А на него не реагирует. Может, она пончик хочет сожрать? Тупая башка очень. Она... Бочек. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон, Покемон, Кэт Макс и Серега. И сегодня мы играем в Гаррис Мод. Будем поднимать вам настроение, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. А мы с Серегой будем нападать, а Кэт Макс и Димон Покемон будут охранники. Ну что, ребята, ваша главная ночь — прожить хотя бы полночи и не проиграть. Ваша главная ночь — прожить полночи. Понял, Димас, я выполняю вас. Выполняйте, пожалуйста, Сир. Плохо нет в Гаррис Мод отдать честь такой анимации, знаешь, было бы прикольно. Есть такая анимация. Да, есть. Есть? Блин, надо скачать этот мод. Короче, Димас, так получается, вы меня пугать будете? Да. Пугаете меня? Ага, понятно. Я сижу, короче, нормально, чика какая так, холодная. Всё. Тихо, успокойся, Кэт Макс, ты у нас самый неадекватный из нашей компании двух человек. Успокойся. Он псих. Куда пошел? Нам охранять надо эту фигню, будку. Он сможет. Будку охраняем. Револьвер-то спрячь, у нас тут и грабители пока не водятся. Кстати, Серега, идем нажмем, чтобы у них электричество садилось. В смысле? Вы что, офигеть? А, ты уже нажал! Пацаны, у вас электричество садится. Садится, ёлки-палки. Да, тут такая штука. Димон, я специально искал карту, где будет садиться электричество. Я её нашёл, и оно работает. А, ты нажал на дверь, отлично. Я тоже нажимаю. Здравствуй. Ага, вот так, да? А ну, Серега, смотрим. Ага, электричество садится, я вижу. А, иди отсюда, слышишь, ты нам садишься. Все, я пошел. Батарейка. Так, давай возьмем. Короче, следи за правым входом, я за левым. Вот там Фокси там уже бушует, коробки хейтеров. Ребята, так классно играть за аниматроника. Так что, если вы хотите следующую серию, чтобы я был охранником, а Димон Покемон меня пугал, ставьте лайк. Так, ко мне тут Фокси Димас уже пришел. А, Кэт Макс. С Димасом я уже не выживаю, печально. Димас меня пугает. Кэт Макс, смотри за правой стороной. У меня тут вообще печально, у меня тут Фокси. Ты чё? Башка, пошел отсюда. А, кстати, у нас камеры работают? Ой, ты, блин, иди отсюда, иди, бошку свою убери отсюда. Башка пролезает. У него башка лезет. Серега, у них электричество не садится. Садится, у нас тут зелененькая капсула какая-то протекает. Сейчас мы помрем здесь. Так, ладно. Не будем их сильно убивать. Вижу, там кошмарные. О, еще спрингтрап на сцене сидит, офигеть. Видите, ребят? Это вообще жуть какая-то. Все, его нету, спрингтрапа. А что здесь спрингтрап вообще делает? Какая часть? Вторая? Да. А здесь все части. Это так. Ультимейтка. Как нам поднять сюда? Ты убил его дверью своего же охранника. Я так давно не ржал. А, ты что? Офигеть, тут Бонька пришел из какой-то кошмарной части. Ты откуда, друг? Давай-ка вот так палочку возьму, типа я охранник. Батарейка садится. А, уходите, батарейка садится. Все, уходим, Серега, давай отступим, давай обдумаем тактику. Пусть они двери откроют, подожди, не спеши. А как поставить, сколько ночь идет? Короче, время у вас там идет или нет? Самое главное, что она идет просто, и все. Понял, все. У нас Фредди на сцене сидит, ух ты. Опа, ушел, сразу улетел просто отсюда. Димас. Ого, волчара идет, пацаны, готовьтесь. Слышите, это...
Пошел отсюда! Убил двоих, а вы что, дверь не закрыли? Не, а у него цель, он быстрый. Ну я вас предупредил, что волчара идет. О, го, тут волк. Зубами щечел. Он нам хату... О, башка твоя пролезла тут. Там... ты как сюда залез вообще? Иди отсюда. Как ты сюда пролез? Серега, я тебя вижу. Как ты сюда залез? Ну ты здоровый кабан. Жиробас, иди отсюда. А как? О, варенетка. Так, давайте по камерам побегаем. Так. Здесь у нас на камере все нормально. Вот тут марионетка на камере. Она там спряталась за стеной. А я как по правилам канонам стою здесь. Марионетка вообще-то так не ходит, если честно. Так. Она просто прошла, вспомнила, что кое-что надо еще. Так, все нормально? А чё свет не горит? А это чё за гопник тут идет, ходит? Ого, здоровяк, иди сюда, тут пришелец какой-то. А-а-а, пришелец! Ого, как сюда пролез вообще этот разъем, блин? Проем. Опа-на, друг мой. Братан, ты как, братан? Как хорошо тебе? Получай. Ай, больно! Ну, меня вообще дверью придавило. Мне больнее было намного. Так, Балун Боя не пускают, хорошо. Открываю хату. Опа, у нас тут никого. У нас тут чистенько. Ты можешь меня не закрывать дверью, пожалуйста? Я умираю от этого. Кстати, у нас эта вот зелененькая штучка уже половину пропала. Опа-на. Опа-на, а это кто? А ты кто такой? Это Балун Бой. Не-не, вон, смотри. Опа, блин. Плюш, так нужно его фонариком отпугивать. Ты боишься фонарика? Вот, я на тебя свечу, говню. Эй, вали отсюда. Вали отсюда. Я буду светить впритык прям. Клацай, он убежал. Этот здесь. Я тебя не заметил. А я стоял там долго, думаю, не видят меня. Ты мог забежать, короче, в хату нашу и закрыться здесь. Они энергию пополнили, что ли, или чё? Нет, у нас тут она заканчивается. Что-то долго. О, бей этого сопляка маленького. Я ухожу, я маленький сопляк. Они меня бьют, это я маленький сопляк. Так, сейчас я буду большим сопляком. Опа. О, ты красавчик. Я знаю. Я большой там у тебя на экране, да? Ой, давай экран. Как так-то? А ты откуда? Ты чё, дверь не закрыл, что ли? Давай, Кэтмах, залезай обратно. Ты с ним на кулаках не поборешься, бесполезно. Он тебя, блин, сожрет сразу. Опа, а это Балора. Надо не шуметь. Закрывай, она, блин, быстрая. Спортсменка. Надо просто... Она балерина, да? Ну да. Надо стоять, а она тебя... Музыка классная. А если стоишь, она тебя не видит, да? Да, ну типа у нее глаза закрыты. Да, Дима, ты не знал эту штуку? Офигеть. А типа она по шуму определяет, да? Да. Даже и в Sister Location был. Я чуть-чуть бы тебя убил, Димон, еще б секунда. Я успел. Так, а тут что ты закрыл-то? Димон, я придумал, можно прикольные серии именно по РП каждого аниматроника четко отыгрывать. Да, о, привет, ты что, срал там? О, я их на камере вижу. А, закрываемся. Их там двое, они там тусы устроены. С помощью этого ключа... Это знаешь, что мы сможем с помощью этого ключа сделать? Завести двигатель и пополнить все запасы. Кто пойдет на этот риск? А мне видно, как вы там бегаете издалека, прям круто. Я проверил, Димон, можно так убить? Можно. А как ты это сделал? Ты мне в глаза посмотрел. А где твои глаза-то? Они там. Где ты? Вон он там. Так. А его тоже можно фонарить. Это смотри, это какой-то Балун Бой не дороже. Балун Бой это жесткий такой злой. А, у нас тут ползет ОМОН какой-то, спецназ. Быстрее закрывай. Смотри, поползаем. О, какой молодец. Смотри. Террорист какой-то, иди отсюда. Ого, у него у тебя маникюр вообще. Ого. Отпад. Слышите, вы вообще офигевшие.
Так. Что еще сделать им? Спас. Не. Закрываемся. Хату. А, я хотел сбежать. Нет, не получится. Валим, закрываемся. Я как знал, что ты будешь убегать. Так. А что надо сделать? Можно же здесь убежать на улицу. Ой, надо... обратно. Извините, вы ошиблись дверью. Идите обратно. Серега, надо дверь сторожить. А я иду убивать Димончика и Кэт Макса. Вот такие дела. Кэт Макс, закрывайся там, сиди, закрывайся. Как? Электричество кончилось. Кончилось электричество? Все, Серега, не нападаем, давай тут подождем двери, почекаем. Так, все, они не могут двери закрыть. На! А, как так быстро закончилось, ёлки-палки. Вон, открой для меня дверь, парт-серверс. Димон, я просто хожу и чекаю, как Димон бегает. Ну, Серега, ну не мочи их так сильно. Токсичные мы. Токсичные, не мочи их. Мама, ключ потеряли. Мне нравится, как он шагает, как солдат, вот точно. Та-ра-та-та. Давай, иди. Все, Димас, мы за тебя ключ потеряли. А что за ключ? Обычный ключ от двери, от двух. А где Димон? Я его не вижу. А он сидит, прячется где-то. Я иду к нему. Димончик, я иду потихоньку. А он в туалете стопудово сидит. Вообще топ. Я, Димон, готовься бежать в офис. Они энергию пополнили, от жопы. Да? Кэт Макс, ты пополнил энергию? Закрылся аниматроник. Ты что там? Выходи, вот выход. Иди отсюда. Это аниматроник, он просто делает обход. Это аниматроник как охранник, он никого не убивает. Нифига себе. А как ты пополнил энергию эту смешную? А, там есть генератор, я с помощью ключа его открою. А, вот видишь, у нас ключ-то пригодился нам. А где вы его взяли? А, видишь, внизу палка пропала, внизу, видишь, что эта палка там была? Серега, ты нажал кнопку, чтобы энергия садилась? Да. Ага, о, все, отключил. Да. О, у нас мониторы заработали. Так, а что на мониторах пишется? Ага, обозначение, только все на английском, правда. Все, так. Короче, вы ключ потеряли раз и навсегда. Да и нам не надо, нам и так хорошо. Ну чё, открывайте. Нет. Да не, спасибо. Не хотят, да? Хорошо, сейчас мы кое-что сделаем. Сейчас. У меня есть очень добрый аниматроник для тебя. Очень добрый. Тебе он понравится. Закрывайся, Катмай, закройся там полностью. Закройся. Вали. Ай! На тебе! Это был отвлекающий маневр. Я отвлекаю, он мочит. Мне там передал бывший охранник кое-какую вещичку. И что это? Сейчас надо ее использовать, короче, потому что это уже... Нет, Димон, не надо, я знаю, где выход, быстро за мной. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дума, Покемон, Серега и Кэт Макс. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Вы поставили очень много лайков, и сегодня у нас рубрика «Аниматроники бывают охранника», карта FNAF 3. Пацанчики, вы готовы? Да, готовы, все. Если пьете, кушайте. Приятного аппетита. Ну, ребята, да, ставьте лайкосик, чтобы у нас получилась классная калитка. Уникальнейшая. Все, Димон, а ну-ка тестируем. Не, подожди, секундочку. Подожди, пришел уже, ты смотри. Хоп, а у нас закрыто. Все, ребята, до 6 часов работаем, а уже начало 7-го. Все, пока. И паспорт покажите еще. А то, мне кажется, вам нету 5 лет. Да. Вам нету 18, до свидания. Не, вам слишком много лет, вам уже больше 100, мы такое, мы не запускаем такие. Ого! Ребята, напишите в комментариях, сколько аниматроникам лет?
Даже интересно уходи, будет почитать. Уходи. Смотри, Димон, а ты будешь тут калитку волшебную ставить? Тут, с этой стороны? Ну да, вот вентиляцию закрыть. Давай пока его пинками прогоним отсюда. Пошел отсюда. Пошел. Так, секундочку, сейчас поставим. Во. Веревочка. Раз. От бога. Веревочка два. Веревочка три. Ускоритель ну, 4. Да. Так. Так. Красава. Так. Ого, ты что пришел? Я ж фана. Так, ладно, хорошо, испугал, не спорю, красавчик. Испугал нас, испугал конкретно. Так, Димас, отойди. Сейчас подожди, у меня скример завис. Так, хорошо. Я не успел толкатель поставить, или успел? Давай, давай. Димон, закрой всё, двери! Что случилось? Да вот челик пришел толстый. А, вот что случилось. И ушел. Да, и напугал, и ушел. Я его вижу, я его вижу. Вот он стоит, толстожопый кабан. Где ты его видишь? Так, давай-ка откроем эту штуку. Так. Проветрим. А у нас и так сетки, у нас что проветривать? Так. Все четко. Ай, что-то дамажит твоя калитка опять. Калитка убийца. Смотри, какой жирный деревас пришел, деребас. Что тебе надо у меня дома? Дверь мне запилил. Быстро. Ты не пройдешь. Здесь не пройдешь, не пройдешь. Он даже не сможет сдвинуть. Ну его когтями ее царапает. Ой. Не-не-не-не-не. Да-да-да-да-да, давай-давай. Убил меня через калитку. Ведь у него руки длинные, но мы слишком близко стояли на это. Вот это жесть. Отойди, отойди далеко, а у него руки, смотри, рюки, крюки. Так, все, нормально, Димас. Так, как тут включить сетку? Такие звуки, да, классные издают, да, страшные. Да, у него там в животе что-то урчит. Это он голодный ходит, пирожки просит. Так, отлично. Диман, мне нравится, как мы выживаем. Очень так атмосферно получается. И FNAF 3 вообще, ребята, классная карта. Если нравится, круто, пишите в комментариях, нравится вам FNAF 3 или нет. Смотри, смотри, идут, идут. А он может медленнее идти? Очень медленно. Куда еще медленнее? Не смотри на этого ужастика. Да, у него глаза какие-то стрёмные. Он загипнотизирован. Он может через как-то пройти? Как-то может, Димас, как-то, я думаю, может все-таки. Так, ползет. Отлично. Сзади, Димас! Да отвали! Ты как сюда попал, засранец? Я ему попробую... Постер сейчас писать. А, это писать. Же Shadow Trap, это Димон, я ему постер вообще бью. На, топчись. Лупи. Бей его. Бей. Нормально мы ему прописываем. По щам. Получай, 28 ударов по щам. Ты действуешь наверняка. Ушел под землю. Нормально. Так, давайте, кто следующий? Мы никого не боимся с Димоном. Вот он следующий. Мы лучшие охранники. Он как будто в невесомости, Димас, в космосе летает. А чё он как-то реально ходит стрёмно? Смотри, у него ноги взлетают. Это незаконно. Мне кажется, тут посрать сел. Димон, открой двери, проветрим. Давай. А, не открывай! Не надо! Смотри, сразу прибежал. Ах ты, костыль вонючий. Да как он твой? Димон, я закрыл. Спасибо, Димончик, спасибо тебе. Давай, беги! Так, Димон ушел. Так, надо стоп-сон прописать, то что-то пацаны раздудунькались. Так. Отлично. Смотри, крипер шагает еще. Откуда он взялся? Он сейчас взорвется, через стену убьет, Димон. Да? Может такое делать? Ну конечно, это же крипер. Нет, ты не пройдешь, у нас... Ты видел, какая там ты сила? Ты не пройдешь. 10 тысяч сил. Держу калитку. Слышишь? Откуда-то да, иду. Да, вот сзади. Смотри, человек. Ах ты пальца головы. У него пальцы торчат. Смотри, какой... Не, ну они красивые. А во FNAF 3 нету, видимо, с энергии, поэтому... Я думал, скажешь, во FNAF 3 нет красивых, ну ладно. Нет, красивые есть, вот. Красавчик у нас стоит. Блин, вот как-то их надо отогнать. Я не знаю, я пока еще без понятия, как их гонять. Смотри, может, этот пришел. Что ты хочешь? Может, они покушать любят что-нибудь? Что вы делаете у меня в холодильнике?
Давай что-то предложим им покушать. Надо как-то их отогнать, надо оружие, Диман, какое-то взять, оружку. На, Димас, гамбургер я им сейчас дам. Ешьте, пацаны. На. Димончик, я думал, тебя не зацепит. Да кто меня убил просто так? Тебя гамбургер убил. Убийца гамбургеров. Так, держи. Давай я еще одну кину. Димончик, отойди оттуда. На, гамбургер. На, видишь, аж подпрыгнул. На, жопа. Я сейчас тоже возьму. На тебе. О, все, Димон, отогнали. Все, отогнал? Да-да-да, он засыкал. Видно, у него жизни отнялись неплохо так. Смотри, лезет здесь. На тебе, жопа. Димон, отойди. Хорошо. Но. Ого, по черепу прописали. А ну давай еще. Еще одна бомбочка. Классно, неплохо, зачистка. Еще одну, прям под калиточку. Ой, блин, не попал. Давай, Димас, перенаправлю. Блин. Я не то нажимаю, я просто переживаю, когда вижу больших аниматроников красивых. Так подожди. Ладно, ты с той стороны взрывай. Так я далеко. Ой, нет. Внучку. Да. Во. Ну а. И тебе, и вам, ребята, и вам. Приходите, приходите. Блин, я успел взорвать. Ого, скример. Это было прикольно. Ладно, продолжение следует. Да хочешь мочить? Жопоголовый, хорош. Хватит, пацаны, вы что, думаете, мы вот такие слабые? Слабые, они так думают. Но у нас-то на самом-то деле есть оружие. Ну, есть оружие директора, он нам оставил на всякий... А что за котяра тут ходит? Ого! Что-то за мочалка тут летает. Смотри. Я видел, из маленького плюша вылупилась какая-то жопа. Большая плюша. Так, Димон, иди в пиццерию, иди, я сзади тебя. Я, конечно, боюсь немножко. Ого, трупейшн. Чё, палка какая-то. Какой-то как кусок дерьма. Ах ты же поглиз. А кто кушает меня? Ого, смотри, Димон, это не твой лук? Не мой. На, снеговик. Вот, еще один плюшка. Ого. Даже и не больно. За тобой бежал, короче, я думал тебя спасти, но в итоге не получилось. Да, спас меня. Сам тебя убил. Красава, Димончик. На, да блин. Я тебя ищу, Димас. Ух, да не успел. А, я успел, я Серегу убил. Значит, все красавчик. Так, пацаны, кто хочет быть? А ты че псих такой? Так, ладно. Вот так, да? Значит, типа злые аниматроники у нас тут наблюдаются. Злые, Димас. Хорошо. Вот это, ребята, жесть и мясо. Димас, ты тоже помогаешь, да? Да, я стреляю. Вот это жестяк. Продолжаем, зачищаем. Они возрождаются, их убивают. Димон, я прохожу, аккуратно, не убей меня. Давай, я с тобой. Вот это тут все в дыму. Пойдем, Димас, к игровым автоматам. Идем. Так. Я буду играть в свою любимую игру. Во FNAF? Да, вот типа вот такая вот игра. Типа вы проиграли. Вам скример, да? Подарок. Хорошо. Что за звуки? Кто там какая-то дрыщет? Рыбёшка была. Так, кто со мной на один, шерифский бой, короче. Ах, вот так, значит, убили, ах, да? Ах, вы крысы, сзади нападать только умеете, да? Ну все. Спереди значит, бояться, Димон. Пора бы использовать. Да когда, как? Пора бы, Димас, и ядерный взрывчик взять, а? Ну, я думаю, да. Так, уходите, жлобы толстые. Так. Три, Стой, у меня еще не зарядилось, а теперь отчитывай. 3, 2, 1. Засранцы. Вы что, не успели пустить бомбу? Не успели.
Ага. 3, 2, 1. Погнали. Я успел. О, красава, Димас. Красавчики. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.